по поводу вашей реплики относительно оппозиционного блока, который умеет или не умеет читать голоса, или Януковича, который там куда-то сбежал. А обратитесь, пожалуйста, к своему кандидату в 151 округе Полтавской области, господину Богдану, за которого агитировала, наверное, по вашей просьбе, вашей партии, госпожа Савченко, Юлия Владимировна, приезжая туда, ко мне, Сергей, в Полтавскую область, внутри, чтобы они не раздавали никак, аптечки, да? Производства Российской Федерации, фирмы здоровья, которая принадлежит русскому вору в законе, все, близкому к Путину, одному из депутатов, Государственной Думы. Подготовку к раздаче денег. Сергей, давайте наконец-то хотя бы на примере одного округа покажем, Сергей, что в этой стране батьющина, партия простых людей, Кубабло могут играть в честную политику. Никакой Европы. Вот это проблема, не Британия. Вот такие проблемы, Сергей, грязные выборы. Это стоп для нашего европейского пути. Отключите микрофон Сергею Каплину до конца первого часа.